Рязанская школа номер 17 имени маршала инженерных войск Прошлякова – одна из старейших в городе. Ранее она называлась Александровское училище, а позже была преобразована в земскую учительскую семинарию и располагалась не в современном, а в старинном здании на площади Победы, в котором сейчас находится Рязанский государственный университет имени Есенина. Мы считаем себя правопреемниками Александровского училища по подготовке учителей, которое было учреждено в 1869 года и затем переименовано было в учительскую семинарию. В разные годы школа имела разные названия. Так, например, в 1943 году она была мужской гимназией, а в 1954 вновь стала смешанной. Позднее, в 1961, носила название трудовой политехнической школы. С 2005 года мы носим, во-первых, имя маршала Прошлякова. В 1919 году он закончил учительскую семинарию, и это тоже, в общем-то, юбилей. 100 лет, как известный, один из самых известных выпускников, закончил наше учебное учреждение. Свидетелями многих исторических событий стали стены этого учебного заведения. Десятки знаменитых, прославивших Рязанщину и Россию людей выросли здесь. Очень хочется отметить такие имена, которые знают наверняка многие. Это Новиков Анатолий Григорьевич, автор песен военных лет, таких хитов, как «Смуглянка», «Эх, дороги», «Вася Василек». Скульптор Олег Седов, который создал новую гордость нашей Рязани на улице Почтовой, это памятник Евпатию Коловрату. Визитной карточкой нашей школы были профильные медицинские классы. И с 1988 года, когда они впервые в России были в нашей школе представлены, вышло огромное количество талантливых кардиохирургов, стоматологов, глазных специалистов, сердечно-сосудистых хирургов, пластических хирургов. Хочется отметить ректора Государственного медицинского Рязанского государственного медицинского университета Калинина Романа Евгеньевича, который занимает данную должность с 2011 года. И, заметьте, ему всего лишь 42 года. С 1988 года школа размещается в своем новом здании по адресу Чкалова, дом 9А. Современная школа живет, продолжая лучшие традиции Александровской учительской семинарии. С 2015 года школа носит название «Многопрофильная школа». Это общеобразовательные классы, гимназические классы, классы с углубленным изучением математики и физики и, конечно, профильные классы, которые есть на четвертом уровне по разным направлениям – медицинские, социально-гуманитарные и физико-математические. Сегодня многопрофильная школа номер 17 имени маршала инженерных войск Прошлякова – одна из самых многочисленных школ в городе. Здесь обучается примерно 1500 учеников. Больше 20 лет образовательное учреждение входит в число лучших школ по победителям муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. 78% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Среди них победители конкурса лучших педагогов России. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».